Опаньки, всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Wii Games, продолжаем. Ой, острова, да. Острова долбаные. Эх, ёпсы, такого еще не было. Такого дерьма мы еще не видели, ладно. Так, дайте мне походить, мне надо воскреситься. Алло? Главный. Доминго хорош, 4 уровня уже. Первый. Плохо. Мне торговец нужен, мне надо починиться. По-любому. По-любому надо чиниться. Я вас, ублюдков, ненавижу, летунов. Идеально, минус. Лично. Как-то магов надо закрыть. Я сейчас впарю в них. Интересно, что-то. Ну их надо продамажить. Надо. Одну сюда. Та пускай в той стороне будет. Ах ты гнида. Давай лучше останься здесь. Во. Ну да. Лучший. Надо еще брони.
по-любому. Вот, вот такая нужна броня. Ясно. Хотя бы хпшкой компенсировал, хорошо. Не, должно, должно сейчас пойти дело, должно. Пробьет, не пробьет. Вряд ли. Крис не качается. Вот что плохо. Атаки дали хорошо. Не густо, но пойдет. Не, ну когда-то она должна была увернуться. Нет, вот так вот. Уровни мне нужны, потому что потом будет очень напряжный бой со скелетами, с этими ублюдками. Очень хорошо. Все, пора выдвигаться. Крис надо качать. Блин, ну как ее качнешь? Да, они не хотят выходить. Чего это вы не выходите-то? Они меня вытянуть, что ли, пытаются? Хер вам. Хоть одну хапулину, а, во. Останови. Не умирай, только я тебя умоляю. Не идут, прикинь, не идут.
11. 11 скорость стали, нахера. Приятно, конечно, но блин. Опасно, они не идут еще. А я сыкую прям упарываться. Больно. Ну давай, пробовать. Первого уровня, сука. Да ты смеешься, сколько же тебе уровней? Опыта-то не надо. Не надо, наверное. Ты схилка. Нету, да? Ладно. Сучонка! А у меня хиллер только что сходил. Ёптую. Травит еще. Мощная гнида. Вот падла. И это тоже мразь. Уйди отсюда нахер. Йо, как много. Гори, мразота. Две атаки дали. Две всего, прикинь. Так, тут разобрались, там проблемы. Помогай.
нужна аура срочно. Нету ауры, нету, сука. Эту херню надо выносить. Лучший. Так, кто отравлен? Подожди, Зила, да? Там. Не дешевый детокс, я тебе так скажу. Нет, надо поэкономить. Блин, она так сдохнет. Надо добирать. Идиотизм. Ну давай, третий уровень нужен. Хотя бы хп. И магию дают, магию дают. А чё, всё? Серьезно? Все? Не, ну это хорошо. Это хорошо, потому, ну там же должны были эти появляться. Ладно. Ёб твою. Это хорошо. Так. Король. Тут хилки, подожди. Давай сначала сундуки заберем, а то вдруг невозможно потом будет взять, хотя очень маловероятно, но вдруг. Это спасибо. Это тоже хорошо. Кому его отдать? Кому его отдать? Город Люк нормально, она и Тау Доминго Волвей. Давай, пока что. Пока что пускай у тебя. Это на Анри приколюха. Угу. Хотя бы один. Мне, главному, на броню. И торговец нужен. А, ну это же есть торговец. Так. Мне надо починиться. А интересно, кстати, он, этот король, он может чинить? Два, отлично. Вот сюда бы лучше бы что-нибудь хорошее положили. Я положил бы ее силу и мозги не парил бы. Но нет. Так, чувак, ты можешь реально чинить? Ты должен, он же, как обычный торговец, работает. Кстати, вот это толканем. Вот это толканем. Вот это толканем. Вот это. Вот это. Все это не надо. Анритал Доминго. Это, ага, ага. Да это, кстати. А, кстати, стрелу эквипал. Я, кстати, не помню.
Нет, должен. А, не, одевал. Ну, я сейчас проверю еще раз. Так. Репер, да. Так, так. Сколько возьмешь? Я думал 16200, чуть не обалдел. Ну, не дешево, не дешево. Даже так не дешево. Так, а теперь, мужик, давай вот так вот работать. Так, сюда идешь. Ух, ё, как дорого, хорошо, у меня один кентавр. Хорошо, у меня один кентавр. Блин, вот я не помню, лучше она или да, я одну куплю, проверю. Но она, по-моему, хуже. Все остальное у меня есть. Так, 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 так. Но она, по-моему, хуже. Ну да. Ладно, пусть лежит. Вдруг нечаянно хитэк сломается вдруг. Стрелу сейчас проверю. Да-да, я давно она стреляла, конечно, одета. Так. Так, 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 так. Получается, две пухи всего купил, да? Печаль. А, 38 это хорошо. 29, опять позор. Ладно, поехали, а что делать? К священнику надо излечиться. Нет, это не то. Стопэ. А, 10 всего, ладно. Так, помолот, воскрешение там не надо. Все живы, хорошо. Ну поехали, что страдать. Поехали, что. Поехали, что делать. Быстро он отреагировал. Ладно. Скелеты по-любому будут очень жестко наваливать. Очень жестко. Ладно, не таких ломали, как говорится. Ой. Мне надо крис еще качать каким-то боком. А как я хз? Волк тоже кусок дерьма. Ну, крис можно на Тарас поменять в перспективе. Хотя это, наверное, не скоро. Вот как встали, суки. Что не пробежишь по толпе. Давай, червячок, сделай красиво. Он встанет на одну клеточку вниз. На одну прям.
Нехило. Я бы вылез на там скелеты, я их боюсь. Че эти тут? Я, конечно, чутка апнулся, но мне все равно больно. Пойми. Танковать. Пиле можно поставить. Вот я рассчитывал, кстати, на левел и на броню, но не получил его. Ну смотри, нет, нельзя. Я хотел сказать, я сейчас стукну и добью кем-нибудь, нельзя. Нет, 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 нет. Не надо. Не да. А еще раз, что нельзя? А еще раз, еще раз. Упс. Доминго, ладно, Доминго есть бронька немножко. Нет, нет у него нихуя какого-то хуя. А какого нет у тебя? Тебя, блин, бега сжимал и сносил. Сучонок. Как же он много снес. Да хорош! Скелет никогда не уворачивался практически. Какого лешего-то происходит в этой игре-то? Да, игра, да. Что тут проблемы? Как все плохо. Отвратительно, я бы сказал. Просто повезло, но не в этом суть. Сейчас будут убивать у меня гордо. Не дойди никуда, не... Да, сука, да что ж вы доходите-то постоянно, блин? Да хорош бить по два раза, я слышу, ёбичные собаки, блядь. Ну это подкрутка, ну блять, ну ты как мне играть вот когда после такого, блять, мне сразу дизмораль, блядь. Сразу дизмораль, чё ты делаешь? Сука. Не эти так те... Вот ты гни... Ой ты гнида! И вы говорите, эта игра не подкручивает вот так? Да? И... Не, ну это я убил. Блять, как горит жопа. Да что такое парашюта дают? Не, ну это, конечно, это... Это да! Это, блять, да! Не знаю, что делать. Не знаю. Хилить надо. Хилить надо. Что ты промахиваешь-то? Я почему вторым? Потому что он по 10 сносит, а там может восьмерка вылезти. Блять, надо главного срочно хилить.
плохо. Да ну! Да ну, да нет! Да нет, ты же... Да нет, же ж, да блин! Блять, какой идиотизм, сука! Нет, это просто бред. Просто бред, нет, да что ж такое-то? А сейчас будут, ой-ой-ой-ой-ой-ой, там стоит скелет, фуловый скелет. А у тебя где твое ХП, алло? Да что они такие верткие, бред? Ну бред же, ну бред же. Блядь. Да нет, у меня нет совершенно брони, у меня нету ничего. Равному вмазал. Но это делает не самый прикол. Ну, Зила сдохнет, но хотя бы может апнется. Но не факт вообще. Да Пелеич тут держит двоих, так бы я вообще тут откис бы сразу. Ясно, минус маг. Тварь, тварь просто. Оттолкать. Сейчас птица меня заберет. Ну надо бить, наверное, надо, надо. Более она полная. Был бы хилер второй сейчас, я бы не парился. Теперь у меня остался один. При двойным бью. Два мага сходили, толку нет, она все равно жива. Так, отбился вроде. Там еще слева скелет идет. Вот ему скорость, кстати, единственному, кому полезно, потому что он может уворачиваться.
сейчас он отъедет, Зила. Но он, что-то он говно какой-то. Да, да, на него, сука, на него, мразь. Отлично. Блин, пилец спит, но он хотя бы танкует. Ладно, тут надо двоих всего скелетов разнести. А, понял. Понял, ублюдка. Магов нет, будет эти кидать эту херню. Чему бы и нет. Пилета танкует, но у него хп все меньше и меньше и меньше. Так, сюда идешь. И один каст мы оставим на тех уродов. А, нет, не оставим, больше нет. Нехило дали 40 опыта за один шот. Нормально. Так, ты пятый, тебе... Давай тут поработай. Правда, по скелету морозом бить такое себе. Но хоть что-то я снесу. Такой крит, звук крита и так долго летит. Летун хорош, ну прям летун хорош. Ну естественно ты не дойдешь, шупы. Тебе не сомневался. А? Не с первого раза получится будет пройти, я удивлюсь, да. Но тут еще 6 штук ублюдков. Шесть штук ублюдков. Шесть. Ну, если они, конечно, встанут в линию, то это будет хорошо. Давай, работай. Так, сейчас Доминго сдохнет. А Поушен снимать некому, потому что Воуи сдох. Я бы, ты думаешь, я не снял бы? Снял бы уже давно. Неким просто. Вот это плохо, да? Это плохо. Так, собаки поехали неожиданно. И эти. А, ну с другой стороны. С другой стороны. Хер бы с вами, да? А, и на именно этот бущенный. Апеле посрать. Давай, давай, давай. Эх, не так, не так, не так. К сожалению. К сожалению. Нет, 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 какого хера ты пошел-то? Алло. Ладно, надо всех раскидывать срочно. Давай, урон, пройди, пожалуйста. Ладно, двушку я так снесу, ничего страшного. Бунькшна. А, ну именно он и ходит, только... Западло меня бесит, конечно. Блин, нет, наверное... Хотя... А, да похер, сдохну, так переиграю. Прикроет собак.
Ой, лучший, блядь. Точнее, лучшая я. Так, теперь надо... Идеально! Теперь надо убить... Вот этого. Ну, пока мне дают только скорость в основном. Ай, воу, это... Точнее, это далеко. Ну давай, урончик, не подведи. Идеально, блядь, идеально! Отлично, отлично, отлично. Ой, хорошо-то как. Ой, хорошо-то, ой. Ой, хорошо-то как? А он полный. Девка молодец. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я бой слил. Просто не представляю. Так, ну этот дебилушка это делает, ему это не поможет. Остался только маг, который будет сейчас кастовать. Ну чё, блин, надо его, кстати, чекнуть. А, да и херня. Я думал, третий уровень. Я рискую, да и срать. Мудак, мудак. Лучший. Резко переобулся, резко, да. Да, блядь, а вот это неприятно. Лучше бы он кастанул, я же... Вот что может произойти, как я могу бой слить. Ебок. Как он зарядил? А если он второй раз сейчас походит из-за перехода хода? Не-не-не-не, мужик, не надо. Один ход, пожалуйста, один. Спасибо. Я не буду рисковать, уровни там копить, ждать, не до этого. Вдруг реально кастанет и... Ладно, да, мощный удар у гнида, мощный удар, как из старой части прям. Как из старой части. Быстро, быстро разобрался, быстро. Глава прям идет на ура. Надо Лоуи подтягивать. Иди отсюда, мразота. Иди сюда. Так. Не понял. А, ну да. Да-да-да-да-да. Так. Священник. Ну, бой пройден хорошо, хорошо. Но ударил маг в конце, конечно. Прям нормально. Так, получается, надо подкрепить финансы будет. Когда у нас там закупки следующие? Закупки будут... В следующей главе они будут. В следующей главе они будут. Будут в следующей главе. Летун хорош, нравится мне. Давай сначала смоемся, ну нахер. Да ладно, нет никого. Так.
Ну да, да, да. Нет, тут повылазят, естественно. Поэтому я даже не сомневаюсь. Главное, теперь сможет кастовать, это мне прям нравится. Нихера он впарил. Ну ладно. Целители второго уровня все. Так, два мага на одной стороне, не надо так делать. А чё у вас, блин? Не, нахер. Хотел сказать, что вас бояться? Нахер, рано еще. Не такой он крутой. Не такой он крутой, чтоб так делать. Ты вообще идешь? Я буду ждать, наверное, не знаю, что делать. Нехило опыта за них, кстати, дают. До сих пор нехило. А давай ты будешь просто их танчить. Ты же крутой чел. Крутой! Подтвердил. Подтвердил, что крут. Ладно. Чего ты там пробить собрался? Держись, чувак, держись. Нормально. О, минус еще один, хорошо. Ублюдочные летучие мыши дохнут на раз. Мадл свой в очко засунь. Кстати, уровень заклинания изменен. Должны были дать другое. А чё, палка его? Молодца. Главное его сейчас вальнуть. Ладно. Его сейчас надо вальнуть, алло. Иначе он убьет ее. Так, ну тут танк, танк есть. Тут вообще по барабану. Только хода не дают, чтобы убить гробаного этого. Надо туда вылазить. Ход дайте, алло. Дают на этой стороне только. Я рискую, конечно, сейчас очень сильно, но ладно. Во, за ману спасибо. Ну ты должен. Ты же главный герой, ну. Хорош. Маги тут, конечно, два их, что их тут, они тут разруливают, но лучше бы одну туда направить.
или не надо. Они просто все ближе и ближе, ближе и ближе. Вот эти ублюдки, это вообще отвратительная история. Реально. Так, а тут без разницы, да ну давай. Зива не качается. Не качается Зива. Сейчас придут. Ой-ой-ой-ой-ой. Да вот эти две группки. Да. Ну, блять, ну она же должна хоть раз была увернуться. Ну не сейчас. Ну, мразь, не сейчас же, ну. Да, начала, мразота, начала. Начала, кто б сомневался. Ой-ей, вот это будет больно сейчас. Да нет, терпимо. Но это... От белых будет больно. Белых будет больно. И вот это вот будет сейчас не прикольно ни хера. Ой-о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 й. Я сейчас могу слить. Это-то ладно, мне надо хилиться. А где гробаный Лоуи? Где гробаный Лоуи? А он на этой, сука, стороне. А это на этой, сука, стороне. Единственное, что я могу сейчас сделать. Давай, девка, давай, помогай, выручай. Ну не должен же я эту катку слить. Ну не должен, просто не должен. Ой, хорошо. Броня. Ой, твари вонючие. А вот это вообще очень печально. Да за... Задрали. Бляха, нет, дайте... Они все начали резко ходить. Я понимаю, что их очередь... Да они задолбали меня травить! Реально! Ой, хорошо! Уйди, наверное. Смотри, ну кто там? А, там эти двое еще белых. Че, рискуем, наверное. Надо рисковать. Хорош! Атаки дали. Но атаки-то ладно, тоже неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это просто отвратительно. Так, ты под бустами? Повезло, что он под бустами. Он бы так сдох. Надо, может, облететь. Нахер. Те-то хотя передвигаются.
по земле, а это может облететь. Уровень 6. Ну давай, а что делать? Повезло. Блин, вот мага бы сейчас сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, ну у него хотя бы есть броня, но это плохо. Так, все, ребятки, хорош. Блин, мне Лоу надо перетаскивать сюда, мне надо... Главному снимать отравление, либо постоянно подхиливать. Что тоже, конечно, как вариант. Что тоже как вариант, но... Не всегда же это будет получаться. Сука! Ну это ладно, пиле тут держит хорошо. Только не усни, не отравись, ничего не надо. Прям, по-моему, уже отравлю. А просто только что ходила, зачем надо вот эту херню сносить. Оник. 25, хорош. Да, отравлен. Давай снимать. Маг сейчас один сдохнет, потому что не похилил, но... Что ж теперь? Так, мужик, давай, это твой шанс остаться в пати, если ты апнешь нормальных стаб. Есть, есть. Есть! Две пятерочки. То, что мне и надо. Так, два ублюдка должны гореть. И вторая должна добирать как минимум одного. Так, да, вот этого. Ну, супер, супер, ну, все хорошо. А чё мне теперь? То есть как будет это выглядеть? Да как, просто анимация. И каст молнии от типа от кого-то из моих. Мразота ты ёбаная! Ну блять, ну что с Воуи делать? Ну он просто дохнет и дохнет, сука. Они больно бьют, а? Больно бьют, реально больно. Блин, что же мне с этим делать? Ай-яй-яй-яй, не буду я рисковать, давай так. Ой, хорошо. Ой, ой, как вот это, вот это мощный левел сейчас был. Это прям топовый уровень. Это топовый уровень. Это топовый уровень. 23 защиты. Ой. Ой, хорошо-то как.
Поиграл и главного. Сколько у тебя? Так, давай ему так сделаем, потом... Блин, она забежит, нет. А, понятно. Хотя нет, тут надо вот это делать. Подхиливать. Так, а еще ублюдки полезут, нет? Я имею в виду крабы. Или этих трое всего осталось? Тогда будет печально. А ты не убьешь ее. Ты единицу снимешь, потому что она с броней. Теперь. Ой, хорошо-то как. Да-да-да-да-да. Ой, два дебила, ладно. Этот еще хуже, чем тот. Ясно. Так, ну давай, напоследочек. Пуканчик тебе подожжем. Не, ну сегодня хорошо идет. Сегодня хорошо идет. Так, по 5 хп сносится много. Хера за них дают. В 6 уровне. Так, а давай... Не, давай по горгули. Хотя вдруг она его убьет. Не, она может убить его, не надо. Палка его, ну. Никчемное создание. Нет, 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 что ты там придумал? А, да это ладно. Фух. Это ладно. Это ладно. А ч... Блин, мне надо. Теперь давай вот так. Херню надо сносить, реально бесит. Пошел нахер. Так, ты точно его убьешь, не на. Во-во-во, давай, 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 давай. Но если он снял столько, то сколько бы снял зила, я не знаю. Им же и добью, кстати. Им же и добью. Ну что главное может натворить? Кастануть только. Не может же он сам себя ударить, это тогда я вообще охерел. А, типа его... А, ну тут же это первая часть, да, тут не работает. Мадл тут должным образом не работает. Так, закройся. Буньк, до свидания. Так, ладно, где... Ой, давай, иди отсюда. Давай, Зива, так, а, кстати, он апнется? Нет, но будет близко в следующей главе. А ты? Блин, может лучше тобой. Давай. Не, ну в эту главу мы прошли намного лучше, чем предыдущую. Намного. Сейчас мы зайдем. Да, мы сейчас зайдем, возьмем посох. Сильно упарываться тут не буду, я уж большой слишком выпуск. Чтобы тут не затягивать. Thank you.
просто ходом Вовы, и может он попробует с ударом прокачаться. Потому что его надо тянуть. Его надо тянуть. Его надо тянуть. У него есть подвижность. Ебать, как он мощность-то будет бить. Это мне нравится. А что тут покупать в магазине? По-моему, тут ни хера нет. Палки, по-моему, только. По-моему, только палки. И копье, по-моему, тоже. Палки и копье, да? По-моему, да. По-моему, да. Фига себе сделано, как прикольно. Это есть палки, да, палки. Блять, стой, все, продам сначала. Это же у меня есть, да, это у меня есть. Да выйдет ты, блять, да не совсем же. Сейл, давай. Ага. Ну тебе палка не надо. Вот девкам пригодится. Ну, продаем. И это тоже продай. И это тоже продай. И это тоже продай. Так, давай мне палки и копье. Андрей. Не-не-не-не, какую стрелу ты чё? Мне вот это вот. Тао. Андрей, Тао и... Крис. Ага. И вот это вот. 4500. Не дешево. У меня полсуммы сейчас улетит. Ну хорошо, у меня один кентавр впать. Очень тут дорого для них оружие стоит. Так, все. Так, чинить, по-моему, ничего не надо, да? Чинить вроде ничего не нужно. Ну все, сейчас эквипнусь, да и можно заканчивать. 28 тоже неплохо. 28 тоже неплохо, я тебе так скажу. 25. У пиля где-то 40 будет. Ты даже больше жестко. Ладно, ребятки, все, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Сегодня прям во. Сегодня прям нормально. Исправился, как это, за предыдущие серии. Все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в ВКонтакте, смотрите влоги и все до следующей серии. Всем пока.